Николь, идем на посадку. Куда летишь? В Москву. Ура! Алекс, наконец-то летим. Что? Шляпа. Ты метки оставляешь по миру, что ли? Да. В Таиланде оставил, в Катаре оставил. А ты этим какой фильм смотришь? Да какой-то это... Как черная масса. Сейчас будем взлетать, наверное. Меня сейчас еще туда приедет. Саша, а ты что смотришь? Я не знаю, как называется. Как-то кто-то и кто-то. Ясненько. А я смотрю Тома Джерри. Не видели? Странно. Где-то ищет, ходит нас, наверное. Так, мне еще сейчас доллары поменять рубли надо. Аэропорт, кстати, похож на Кольцово, да? Да. Вот так же выходишь. И так же все прямо, и там вторые этажи. Это муравейник. Дали багаж в очередной раз на Екатеринбург уже. Странная процедура занести багаж самому в лифт. Ну, в общем, все нормально. Пока идем. Это из-за того, что не габаритный багаж. Обычно это багаж приняли, а не габаритный багаж. Коробочку в 2,5 килограмма пришлось занести самому в лифт, получить на нее бумажку, отнести на другую стойку. Ну и вообще, ребята, вы видели когда-нибудь столько народу в аэропорту? Столько народу, которые все злые. Антон, гранаты! Папа, нет, снег уже. Заранее вещи в аэропорте. Люди одеты все по-разному. Мама, дай мне мою мини-маус.
подошли к нашей посадке, где... О, бустер! Надо будет сюда забежать сейчас. Да? Ну, много народу путешествует, я вам скажу. Выход был 48, теперь 43. Нормальный рейс. Это же... Алекс, давай быстрее сюда. Ну, а там только не трогайте, вы едите чипсы. Перелет.